года с Олега, и у вас, может быть, уже сформировалась какая-то такая вот визуальная картина о том, кто находится за этой ширмой. Лена, ты что-нибудь уже решила? А, Анечка, ты держишь, давай. Ну, я думаю, что он, наверное, все-таки выше меня. Выше, так, так, так. Ну-ка, Олег, ну-ка, встань-ка. Ну, так ничего, ничего. А еще? Там все нормально. Дима сказал, скажи, что у него светлые волосы. Ну, волосики так, не подсказывайте зам. А то сейчас мне придется еще ширму поставить. Ну, я бы даже так сказала, что вы чем-то и похожи. Общительный, смелый мальчик. Еще бы. Иначе бы не общительный, не решительный сюда бы не пришел. Настюша, а у тебя какое мнение сложилось о нашем Олеге? Ну, мне кажется, что он действительно выше меня, и у него светлые волосы. А больше нечего добавить. Ну, вы прям как прорицательница прям все. Почему? Не знаю, вот у него голубые глаза. Ну, почему вы не считаете, что он высокий и брюнет? С зелеными глазами. А ты знала подсказки? А вы не слушаете подсказки? Может, они тоже вас немножечко обманывают? Олег, ну как тебе, в принципе, мнение девочек о тебе? Ну, некоторые угадывали, а некоторые совсем мимо. Ну, в принципе, честно, может быть, где-то даже я похож. Честно говоря, я очень люблю подарки. Что бы вы мне подарили на мой день рождения? О, наш Олег очень любит подарки.